Дорогие наши соловьи, а также постоянные зрители наших концертов, разрешите от лица команды Школы эстрадного пения «Соловей» поздравить вас с наступающим Новым годом и Рождеством. И я хочу пожелать всем вокалистам, актерам и танцорам творческого 2015 года и пожелать вам море вдохновения и энергии, любви и радости, денег и счастья, успехов и развития, здоровья и творчества, взаимопонимания с окружающими и гармонии с самим собой. Ну, конечно же, почаще встречаться. И разрешите пригласить вас на наш рождественский концерт, который пройдет 17 января в 5 часов вечера в музее истории Екатеринбурга. Для вас в программе прозвучат рождественские песни, а для соловьев пройдет ежегодное вручение премии «Золотой соловей» за достижения на поприще актерского мастерства и вокала. До встречи!